Аюр Шотхан. Шотхана на санскрите обозначает очищение. Так вам будет легко понять функцию, назначение этого препарата. Аюр Шотхана, то есть аюридическое очищение, дословно, безусловно, прежде всего связано с главным органом, который очищает нашу физиологию, это кишечник. И поэтому в состав этого препарата входят в основном те травы, которые очищают и кишечник напрямую через активность пищеварительного огня и функцию кишечника. Но также этот препарат показан и при дисбалансах питы в кишечнике. Сейчас поясню. Когда вата в кишечнике в дисбалансе, это просто запор и все вытекающие отсюда проблемы. Урчание, вздутие, колики, тугость в опорожнении кишечника, нерегулярный стул. Это все проблемы ваты. Но когда эта проблема сочетается с какими-то дисбалансами питы, а именно воспалительными проблемами, такими как синдром раздраженного кишечника, язвенный колит, болезнь Крона, геморрой. Это уже когда в кишечнике не только вата в дисбалансе, но и пита. И вот этот момент придает этому препарату такую специфическую значимость. Не просто запор, как это чаще бывает у людей вата конституции, но и запор с элементами или с дисбалансами питы, которые в основном связаны с кровоточивостью и воспалением. Входит сюда трифола и такое растение, как кассия трубчатая. На санскрите я не нашел название, но в специфическом назначении очищает все ткани и в основном кровь. А так как кровь, то, конечно, балансирует питу. Также сюда входит алоэ, пита, роза, пита, фенхель для ваты более подходящий и имбирь для ваты и для питы. Хороший состав.